Новый год – это, наверное, самый теплый, самый уютный семейный праздник. И для него я изготовил такую вот очень симпатичную елку, в основе которой лежит самая обыкновенная искусственная ель. На нее закрепил оазис и добавил туда много-много хризантем. Такая елка будет вас радовать долгое время. Так что вы можете сами украсить себе елку живыми цветами дома. Традиционный элемент новогоднего декора – венок. И не обязательно его вешать на стену или на дверь. Его также можно поставить на стол, уж тем более из живых цветов. Смотрите, какое разнообразие у меня хризантем. В этот раз мы сделали цветочное оформление в русской деревне. И весь проект у нас называется «Хризантема. Гости русской деревни». Медовый цвет был взят за основу оформления, поэтому появились свечи, выполненные из ващины, и подчинили этому дому оформление. Многие из нас остаются в Новый год дома, и было бы замечательно, если бы люди украшали свои праздники такими цветами. Дорогие друзья, мы всех поздравляем с Новым годом, желаем добра, любви, уюта и тепла. Хоть у нас и был сложный год, но мы надеемся, верим, что в будущем нас ждут прекрасные дни, теплые, уютные, без болезни, самое главное. И хоть нам и придется оставаться дома, праздновать дома этот Новый год, давайте акцентировать внимание на том, что мы с родными, с нашими, самое главное. И чтобы все были здоровы, вместе, счастья и любви. С Новым годом! С Новым годом!